Ну, давай. У нас на неделе моды последний день. И сегодня пришла легендарная актриса, просто легендарная, не побоюсь этого слова, Валентина Талызина. Да, пришла. Скажите, да. Пожалуйста, Валентин, вот мы знаем, что у вас будет в этом году 95 лет театра. Да, да, да. А вы как-то собираетесь себе прикупить новенькое платьице? Ну, так вроде как разведка донесла, что мне в доме в Эмино все-таки шьют. И синий цвет. И у меня есть три платья Лизы. Они фантастические. Я когда в них выхожу, я чувствую себя королевой. То есть вы сегодня, получается, пришли к Елизавете, да? Да, только к Елизавете, потому что меня поражает ее разнообразие, ее смелость, ее очень точное знание женщины. Женщина такая, женщина дома, в кухне, на улице, на бале, в вечернем, все что угодно. Ну вы сама модница? Нет, я не модница, я как-то советская женщина. А по вам незаметно, вы очень хорошо одеты. Ну это у меня есть Владик, он, так сказать, дизайнер. Владик есть у меня. Он говорит, это вы сегодня оденьте, а это не будете одевать никогда. Вот. Но... А скажите еще, пожалуйста, вы часто посещаете вот так вот недели моды? Ну, вот я только Лизу посещаю. Потому что, да, потому что она мне очень нравится. Мне нравится то упорство, которое она достигает. Вот ту работу вообще. Да с ума сойти. Ну, мы очень рады были вас видеть. Да, спасибо большое. Это большая честь для нашего телеканала взять интервью. Да, у такой знаменитой актрисы. Да ладно, это... Да, вас знают все, вас знают все. Спасибо вам, что вы... Нет, спасибо вам, что вы есть. Меня спросили про моду.